сегодня на Роза Кутер. И пока Марк спит, я решила одна прогуляться по водопадам. Легко, немножко скользко по глине, но нормально. А вот подниматься тяжеловато. И если вы где-то в интернете встретите информацию, что можно на эту экскурсию по водопадам с коляской, не верьте. Нифига там проехать невозможно. Это какой-то пипец. Хорошо, что мы не поехали. Мы сегодня решили съездить в Абхазию.